my bump right into you. I held on tight. Want you to know me. I'm way too shy. I can't just go around admitting that it's you I like. I wish that I had guts enough to flirt a little, but I'm too scared of работает. Мои расчеты верны, Паксли. Я перенесу твое сознание в училку, и после ты станешь ей. Тогда ты сможешь переделать нам все оценки, чтобы мы смогли в этом году поехать в пыточный лагерь. А это безопасно? Конечно нет, Паксли. Ты всего-то можешь умереть. Круто, скорее начинай! Три, два, два. Живи! Ты ведь Паксли? Да. Докажи. А как? Круто, давай еще. Да, это ты. Где же я ошиблась? Видимо, из-за лайков не работает. Уж очень мало лайков вы стали ставить. Давайте это исправим. Вот сколько для вас стараемся. А вам только одну кнопочку нажать. Вам же не жалко. То я скорее здесь жми. Спасибо. Вот для вас улыбка Вендой. Почти получилось. Странная музыка. О, привет! А! Ух ты, мертвая девушка. Можно себе ее оставлю, Вензей? Она не мертвая, Паксли. Пусть у нее есть. Так я ее добью. Я могу Пак
поклясться, что вырубила только одну девушку, а из нее вторая появилась. Может, какая-то горгулья? Одну вырубишь, появится еще? А давай попробуем! И кто из вас, умники, это сделал? А кто спрашивает? Отлично, говорить может, значит, мозги есть. Конечно, есть! Я их всегда с собой ношу. Так, понятно, это какой-то другой мир. Париж теперь мой! Ледибаг вас не спасет! Это очень плохо. Если Ледибаг не вернется, то Бараженька уничтожит Париж. Что же делать? Тики, думай, думай! Точно! Ты будешь новой Леди Баг! Выбор, конечно, так себе, но рядом больше никого нет. Поэтому ты станешь Леди Баг. Кем я стану? Потом все объясню, а пока сгруппируйся. Это что за мерзость? Поздравляю, теперь ты супергерой, и тебе надо спасти Париж от бражника. А ну снимай это с меня немедленно и верни мой черный цвет. У меня сейчас глазницы выгорят от этого красного. Ну что потерпишь, пока Маринет не придет в себя. Будешь вместо нее. А если не соглашусь? Домой не вернешься и будешь вечно ходить в этом костюме. А ты знаешь толк в пытках. Хорошо, помогу. Ледибаг, вот ты где! Скорее, бражника нужно остановить! О-о-о-о. Что с тобой, Ледибаг? Откуда такие мешки под глазами? И цвет волос. Ты что, не выспалась? А ты еще кто такой? Это суперкот. Он без ума от Леди Баг. Он тоже супергерой и красавчик. Это же я, суперкот! Моя леди. Ты че удумал? Ничего себе, сильнейшая! Я просто руку хотела поцеловать! Еще раз так сделаешь, и ты останешься без целовалки. Все понял? Отлично. Леди Баг, ты сегодня какая-то странная. О, вещь, и ты тут тоже. А, живая рука! Вот тебе и супергерой. Согласна, цвет ужасный. Пойдем спасать мир. Не остановишь! Она не одна! Суперкот! Бражник! Чего? Ты должна тоже встать в супергеройскую стойку! Не-не-не, меня в эти ваши танцы не затягиваются. Мы пришли разобраться с этим маски. Так давай разберемся с ним. Отличная идея, моя леди! Примни свой супершанс! Кого? Ну, супершанс, я вот должна взять ее и сделать вот так. Не забудь сделать так. Супершанс! Моя любимая часть. А, ну да, да, сейчас, где-то тут было ее. Хотя где тут? В этом костюме даже карманов нет. Спасибо, Вещь.
тебя что, рука отрублена? Не смотри на меня, я сам в шоке. Что дальше? А дальше ты делаешь так. Супер шанс! Угу. Супер шанс. Ой, да ты без энтузиазма делаешь. Надо веселее, вот так. Супер шанс! Я так и делаю. Супер шанс. Ну ножку, вот. Ножку вот так подняла. И такая, супер шанс! С ручкой. И вот такая, супер шанс! И еще раз, супер шанс! Супер шанс! Ну да, ну да! Супер шанс! Супер шанс! Слушайте, я делаю. Если не нравится, делайте сами. А ну стоять! Ты! Понятно? Зря ты выбрал этот палец, чтобы тыкать. Суперзлодеев не стоит сажать в тюрьму. От них нужно избавляться. Эй, ты чего? Суперкот! Суперкот, сделай что-нибудь! Суперкот! Ну! Больше ты никому не навредишь. Хватит! Это была ошибка приглашать тебя. Это надо исправить. Я еще хочу жить. Я больше не буду злым. Сумасшедший. Меня еще никто так не унижал. Что тут произошло? Я должен проверить. Я не спрашиваю. Правила тут для всех. Вещь, ты походу переборщил. Эй, вы как там? Мы не можем его так оставить. Очнитесь! Эй, очнитесь, очнитесь! Да, очнется не скоро. Народ! Тут охранника нет, халявное кино! Пока он не очнулся, нам придется того поработать с охранниками, если не снятся. Со сладостями нельзя. Такие правила. Слышь ты, деточка, ты чего? Ты вообще знаешь, кто мы? Мы команда S на службе зла. Джеймс, Джесси, тебе решать, пропустить или сдаваться. Мяу, это факт. Да мне пофиг, кто вы такие. Нельзя. Джеймс, да она вообще какая-то тугая. Мяу, разберись с ней. А как я такое? We'll be right back.
что, каких? Точно за это надо лайк, согласны? Давайте на счет три. Раз, два, три и лайк! Спасибо! Как же нам принести сладости, мы это ненормально. Сладости есть? Нет, вообще нет. Ты что думаешь, мы что того? Я вообще за фигурой слежу. А я нет, вовсе уже поела. Понятно. И не в кино. Сладости есть? Сладости? Ты что? Нет, конечно, здесь же правила. Хорошо, мы песик чайка поищем. Иди давай. Волки пожарные! Ты где сказал? Ему осталось жить совсем чуть-чуть. Он очень хочет посмотреть кино перед смертью. Да, вот. Конечно, приходите. Очень важная новость. Вы же знаете, что я теперь добавляю в конце ролика ваши комментарии. Те, что мне очень понравятся, будут в моем следующем ролике. Поэтому обязательно пиши под этим видео ваши комментарии. И может быть твой комментарий попадет в мое новое крутое видео. О, рабочий день закончен. Пойду проверю оставшихся зрителей. И домой. Извините. Извините. Не поняла. Поцелую. Запрещены. Эй, нельзя. Так, ты смотри на 2 метра вон туда вот. Ну вот. Ура, я так и знала, что ты мой суперкот. Я ваша фанатка. Распишитесь, пожалуйста. В этот прекрасный день мы собрались. Подожди, еще день. У меня время, молодой человек. После вас еще всем хватит.
Можете поцеловаться. Ребята, мы тут устроили для вас настоящую свадьбу. От вас только лайк. Ставь лайк, как это делает вещь. Спасибо вам за лайки. My parents always stay on guard. I drop my cool when you're around.
этот мой парень красавчик. Я сейчас. Иди пока в класс, я сейчас приду. Я поняла. Хотите поцеловаться? Тебе точно пора. Ну ладно, не буду вас мешать. Вен, ты потом расскажешь, как ты поцелуешься. Ой! Ну ладно, глупки. Я пойду, а ты потом расскажешь, как супер кот целуется. Фух. Спасибо, подружанька. Настоящая лучшая подруга. Я О, Меган, это что, твой парень? Красавчик. Спасибо. Люблю рыженьки. Ой, да. Такого красавчика от меня скрывала. Что, глаза красные, заболела? Ну ладно, я пойду, а вы это, общайтесь. Меган и Чаки, жених и невеста, телетели тесто. Ой, ушиблась, наверное, подружка моя. Ой, какая ты неуклюжая. Ну ладно, иди. Еще и без зубов фобия, да? Фейковая лучшая подруга. Ребята, а вы знали, что я раньше в этом видео отыгрывала сразу 10 ролей? Вы слышали? 10 ролей! И все ради вас! Вам всего-то нажать лайк, одну кнопку. И пальчиком! Вот прямо сейчас нажимай! Покажите, как вы сильно любите Ксюшу и ее канал. Давайте прямо сейчас нажимайте лайк. Спасибо, я люблю вас. Ну, короче, знакомься, это мой парень. Ладно, я отойду, вы не скучайте без меня. Если я знаю, что ты бишь Энни, ты знаешь, куда я тебя все равно убью? Понял? Ой, как мило! Вы так близко познакомились? Да, очень близко. Подружайка! Помогите! Итак, класс, сегодня у нас контрольная, и я запишу пример! Что-то горелым пахнет. Бекон? Так, стоп, класс, еду принес. Метр, я стою на ты. Ну-ка, не лезь мне на парту, быстро. Да подави. Чего? Это что за невозможно? Вот тебе! Вот! Родители в школу! Я сейчас запишу! В школу родители срочно! Подумай! Это же мой дневник! Два, два! И еще родители в школу! Ну, вообще-то лучшие подруги должны друг другу помогать. Еще мне. Не подруги, что ли? Ну и вот. Ребят, напишите в комментариях, что лучше, плохая оценка или родители в школу. Ксюша, как всегда, будет лайкать. Лучшие комментарии попадут в видео. А Уэнсдей дома? Эй, нет? Подружайка! А все из-за того, что я до сих пор не научилась превращаться в оборотня. Я, конечно, пожалею, что я это скажу, но ты можешь пожить у меня. И спасибо! Боишься? Да. Я сейчас разберусь.
мешать спать. Иди, пока еще живая, и пока я не передумала. Все? Не страшно? Теперь не страшно. Your battery is running low. Нужна зарядка, Не подходит. Энни, спишь? Энни. Я могу тебе одолжить свое платье. О, классно! Мне очень нравится. Фу. О, классно! Что это за тряпка? Это тряпка, это уже не модно. Да мне нравится. Не модно это! Да... Вот, это красиво, мне это же... Вот видишь, как оно на тебе сидит. Ты уверена, что это модно? Да, вот, тут даже бантик есть. И интернет не врет. Во! Вот, голосование в интернете показало, насколько модно это платье. Ну, раз интернет говорит, то пойду в этом. Ладно, пожелайте мне удачи, девчонки. К черту. Чтоб... Ты провалился. А? Я сказала, чтобы он, когда я тебя увидел, провалился от твоей красоты. Ну ладно! Привет! Оу. Сейчас что-нибудь, наверное, закажу, может. Хоть бы меня никто с ней не видел, Я к нему приходила. Ой, Костя, потяжка. Давай еще раз.